Друзья, всем привет! Вы на канале Камазист47РУС. В данном видео мы с вами будем встречать Новый год на дороге, вот на этих машинах, на машинах КДМ. Так что, друзья, всех с наступающим, но вы будете это видео смотреть уже в прошедшем времени. Так что всех с Новым годом, счастья, здоровья вам и всего-всего самого хорошего, друзья. А мы начинаем работать, погнали! Вот там, друзья, трактор разметает. Мы ему помогли, кольцо сделали, кольцо размели. Здесь стоят две КДМ-очки, это двухосный КАМАЗ и трехосный. А мы с вами пилим видосик. Это, друзья, работает ГУДСП курортная. Сейчас спросим у тракториста. Тракторист, как ваши дела? Огонь, все огонь. Где все, вы работаете? Что за контора такая? Контора серьезная. У нас серьезная. Серьезная. Как называется контора? А вот это будет секрет для всех. Секрет для всех. Ну, этот секрет мы сейчас расчехлим вам быстренько. Вот он, этот секрет. Это спецтранс, друзья. Ладно, едем дальше. Работаем, работаем, занимаемся. Ну что, мои дорогие друзья, а мы едем дальше, едем, метем, обслуживаем дороги. Дороги города Сестрорецк. На машине КДМ. Вот так у нас все выглядит, смотрите. Здесь мои подписчики, которые наблюдают прямые эфиры с нами. Это тиктокеры. Тиктокеры юные, молодые, старые. Вот в таких перчатках дед рулит. Не отвлекается, все у деда зафиксировано, камера зафиксирована. Вот такой планшетик у нас, с которого мы все это оборудование включаем, выключаем. Здесь зарядки, пауэрбан у нас заряжается. И едем, метем, облуживаем дорогу. Это другая бригада там ругается. Но это ничего страшного. Нам она не интересна, у нас своя бригада. Три человека пока. Бульбу у нас, к сожалению, забрали. Это наш четвертый топовый наш герой. Бульбик. Все нормально. Друзья, мы с вами двигаемся по Левашовскому шоссе. Это город Санкт-Петербург, да, курорт. Это город еще из Сестрорецк. Двигаемся по Левашовскому шоссе, двигаемся в сторону это ЗСД. Вот там у нас объездная дорога. И что еще я хотел сказать? Сейчас будем разметать с вами кольцо. Кольцо будем мести. Также делать там все красиво. За нами еще идет одна машинка, вон там по обочинке, если вам видно. И сзади где-то посыпалочка идет, просыпает за нами это все. Поехали мести кольцо. А вот и наше кольцо, друзья. Вот оно. Сейчас мы его будем разметать. Делать по красоте. Трактор идет. Слева переметаем направо. А трактор наш. За рычагами на тракторе Сергей. У нас бригада почти все Сергеи, кроме Федора. Вот такая вот, друзья, красота получается. Разметаем колечко. Я считаю, неплохо выглядит. В такую погоду. Идет снег у нас в Питере. Но мы боремся, боремся с этой непогодой. На первом месте у нас, как всегда, я еще раз повторюсь, у нас на первом месте это безопасность на дорогах. На дорогах безопасность. Мы разметаем, посыпалочка просыпает. Главное, чтобы не было снега и не было скользко на дорогах. Вот мы кольцо размели. Смотрите, еще разочек вам показываю. Вот оно как получилось. Красиво. Пока наш трактор делает развороты здесь, повороты, мы сейчас с вами еще разок пролетим по данному маршруту, так как мы не смогли захватить полностью всю дорогу. В 3 единицы тяжело захватить, там широко. Мы с вами поедем, еще раз проскочим, а он пока вот эти вот развороты сделает. Вот этот вал уберет, смотрите.
Сейчас он это все уберет, все сделает. А мы, смотрите, куда мы с вами гоним. Колечко у нас ай чистое, хорошее вообще. Глаз радует. А мы с вами вот туда сейчас поедем. Захватим еще разок. Вот как раз мы вот этот вал не захватили. Вот он начинается. Сейчас мы его с Федором уберем. Вот. Сделаем все четко. Сейчас Федору скажу, чтобы еще побыстрее ехал. Федор, едь чуть побыстрее, чтобы перекидывало туда за бордюр. Остановились на перекрестке, на Рай-Шалаш. Сейчас выйдем, посмотрим, кто нас будет узнавать, кто нам будет сигналить, а кто нам будет махать. Погнали! Сергей уже ждет нас там. Вон он. Красавчик! Итак, друзья, мы остановились. Ну, один красавчик проехал. Это наш конь с вами. Всем машем, со всеми здороваемся. Всех поздравляем с наступающим Новым годом. Погнали, маршрутка идет. Машет, красавчик. Маршрутка прошла. Камазик стоит. Сергей, ну что вы расскажете? Все отлично. Все отлично, все работа отлично. Идет. И работа идет. Работа идет. Люди сигналят нам. Молодцы. Мадам, вам тоже привет. Главное, оттормозитесь. Дорожку мы промели, ребят. Смотрите, как четко все. И все хорошо. На шалаш еще нам надо сделать. Так, у нас все тут. Стоим, ждем третьего. Здорово. Пойдемте со стороны, вам покажу всю нашу технику. Мы с Сергеем вдвоем на этом маршруте сейчас. Потому что у нас один поломался. Сцепление, да, пропало? Да неизвестно, что у него пропало или вообще у него. Что у него вообще пропало, да? Да. Я вас услышал. Сергей, у вас там, смотрю, девочки, да, на клей? Конечно. Вы любите девочек? Конечно. Сергей любит девочек. А так у нас все хорошо, ребят. Работу работаем. Все крутим, мутим. Привет. На первом месте, ребят, у нас сам... На что у нас на первом месте? Сестрорец. Нет, Сергей, ты неправильно отвечаешь на вопрос. На первом месте у нас безопасность на дорогах. Это само собой. Правильно? Сейчас директор наш приедет, Федор. Федор будет сыпать за нами. И сделает такую безопасность просто на отлично. Ну мы вот промели с тобой до асфальта, все нормально. Осталось только засыпать это все. Друзья, тут у нас жуки появились. Пойдемте к ним, сходим, посмотрим. Ребята убирают тротуары, тротуары убирают, ребята. Мы дороги, они тротуары. Короче, вот барышня едет. Барышня машет. Бабек машет. Вот они наши жуки. Молодые люди! Вы кто? Вы откуда здесь? А, мы не местные. Не местные? Нет. А, извините, а то мы местных ждем просто мы. А, ждите местных. Сейчас подъедут местные. Подъедут? Ага. Хорошо, спасибо. Здоровые ребята. А нам без разницы. У нас вон есть в жилетке он. О, бежит здоровые ребята. Спортсмен. Физкульт, привет. С наступающим Новым годом! Счастья, здоровья вам! Побежал. А, одни бегуны. Вот так, друзья, мы и работаем. Метем, они тротуары, мы им тротуары закидываем, они это все скидывают нам на дорогу. И, короче, такой кабардак. Да я шучу, все нормально. Так что так вот, ребят. А сейчас, мои дорогие подписчики, мы разметаем кольцо Рай-Шалаш, или просто Шалаш, где постоянно дрифтуют люди на наших обычных машинах. Это Жигули, Лада, Волга. Вот это кольцо. Мы разметаем, смотрите, какой слой, делаем его чистеньким. Опа! Кольцо мы
размели, друзья. Сделали все красиво. Это газовый КамАЗ. Самый модный, самый популярный. Видите, баллоны, малоны. Что там только нет. Вот так колечко сейчас выглядит. Разметенное, красивое. Сейчас Федор приедет, его засыпет. И все будет хорошо. Ну тяжело не взять. Не взять, даже щетки нам с 8 на 6 держим, и не взять уже. Он сырой. Сырой, сырой. Ничего, вторым рейсом сделаем все. Красиво. Наконец-то мы добрались до города героя Сестрорецк. Сейчас мы убираем улицы в городе Сестрорецк. Вот там исполком, площадь. Спереди, как обычно, трактор у нас идет. Мы шагаем сзади. Смотрите, что он делает. Красавчик. И сейчас мы будем уходить с вами направо. Будем делать эту улицу вдоль исполкома, вдоль тротуары. Смотрите, какие чистые после снегопада. Люди ходят по чистым тротуарчикам. Это наши тоже ребята старались, сделали. Так, здесь пешехода пропустили. Едем дальше. Аккуратненько поворачиваем. Быстро не едем. Занимаемся, так сказать. Ну вот мы и на исполкоме. Смотрите, какая елочка здесь. Вот это нам надо все убрать сейчас. Весь снег подбить, чтобы здесь было чистенько. Будем заниматься, друзья. Так вот катаемся. Ой, вал будет огромный. Смотрите, какой вал. Это только первый круг мы делаем. Ой, печально, что звездочка не горит еще, но вечерком ее зажгут. Звездочку, вот эту арку. Будет красиво, друзья, здесь. Я думаю, мы подъедем вечерком сюда. И заодно это все посмотрим с вами. Правильно? А, сейчас еще вам покажу. Смотрите. Сейчас еще кое-что покажу. Тут еще есть немножко интересных штучек всяких. Это же Сестрорецк, друзья. О, смотрите, какой вал. Вот паровозик, смотрите, какой паровозик. Новогодний. И елочка новогодняя. А это вал. Это мы все сейчас подгребем туда, под паровозик. Вы посмотрите, что творится. Как мы этот сугроб будем двигать? Потихонечку сдвинем. Работаем, друзья, работаем. Метем, чистим, убираем снег. Все разметено. Елочка. Товарищ мастер. Скажите пару слов. Как вам работа? Отлично, хорошо. Отлично, да, хорошо? Ой, это ваш друг мастер. А у вас как настроение работает? Настроение предновогоднее, сегодня Новый год. А мы как готовы. Детишкам подарки принесли? Все, да, вот одному, видите, детишку Мерседес подарил, другому детишку трактор, газовый КамАЗ, вот этому, кто постарше, тому газовый КамАЗ. Дедушку подарил, себе дед взял вот такой КамАЗ. А мне? А вы вот, садитесь и езжайте дальше, работайте. Ладно, хорошо, берегите вот вперед, посмотрите. Вот этого маленького? Маленький, не кури. Все, поехали. Друзья, наше видео подходит к завершению. Трактор, вот газовый конь. Это, кстати, этот, как он называется, исполком. Исполком мы сделали чистенько, снег убрали. Вон с Новым годом надпись всех.
Так что, друзья, всех с наступающим, всех с Новым годом, счастья всем, здоровья крепкого. Ну и, конечно же, добра. Творите добро, и оно вернется. А мы поехали обедать. Давайте, друзья, всем счастливо, всем удачи.